Ну, сегодня 16-е, вот разогнал опять все голубей. Вот они мотаются все в разброс. Вот они. Сейчас брошу удочку. Молодежь мотается, и вон там эти все. Вот они так. Вот здесь кто-то играет. Вон он черный стоит, долбит. Вон он, вот. Вот он белый. А, это красноперка. Вот он стоит как. А остальные вон они. Вот две кучи, в три. Опять в три кучи поднялись. Вот так удалю. Вон они там. Больше 450-500 метров не поднимаются. Эти уже хотят садиться. Пока их немножко погоняю. Вот солнышко только начинает выходить. Вот здесь вся молодежь. Вот они здесь, а внизу. Вверх они, правда, не пошли. Но наверху хорошо. Вон те ушли. Кувыркаются, кто-то играет. Вот. Именно нижняя кучка там что-то вытворяет. Остальные пошли наверх, уже что-то затираются сильнее. Здесь вот молодятина по низам, вот они крутятся. Белокрылы. Один белокрылый молодой малыш, а другой уже курлыкать начинает. Месяца два с половиной. Лентяй. Летает, но слабовато. Вон остальные там разбрелись, а все. В общем, сегодня что-то они хором не летают. Ладно. Дам им сесть, и снимать неудобно. Вот они уже. Пескунята попадали. Белясты даже не знаю, какой полетел, но навряд ли это постарше. Остальные вон они там. Приближу чуть-чуть. Вон. Там кучка пошла. В три стаи. Чуть ли не в четыре летают. Так вот буду удалять. Хорошо поднялись те. Вот. Благо погода. И утро. Сейчас где-то также без 15:07. В 6 часов приехал, прибрался, пока выпустил их. Вот здесь. Вот он, красноперка. Вот этот мраморный. Так я ему ничего не сделал. С хвостом все забываю. Но все равно он летит. Пусть пока учится. Посмотрим. Скорее всего, я ему хвост подперю. Он перестанет так особо играть. Вот. И мотаются здесь. И вчера, видимо, кого погнал. Тетеревятник. Голубка была белым мазанное плечо у нее. Ой, белым, красным. Белая голубка покрашена красным плечо. Вот утром пришел, она сидит вот здесь на антенне. Может быть, ее загнал тетеревятник. В общем, все носятся здесь. Не знаю даже, кого и снимать. Большая куча тел уже. Вот средняя стая падает, черные в основном. Средние опускаются. Некоторые остались наверху. Там в разброс, вот посредине. О, даже этот белый пошел, вот он играет с подперенным хвостом, который вчера. Вот ему желательно сесть.
любом случае он не уйдет от Сапсана. Совсем слабый голубь. Вот он играет, стоит. Ему надо на посадку. Вот вниз опускаться вот к этим и садиться. Мне его лед не нужен. Я знаю на все, что он способен. Все эти уже пониже, пониже. Ну и те сейчас две стайки, видимо, сойдутся. Вон они. Вон там. Две кучи носятся и три белых, один черный в разброс летает. Поодиночке. Как всегда, чернохвостая. Еще кто-то. Вот они хлопают. И вот вчера наблюдал где-то часов в 9. Уже сапсан пришел. Гонял здесь голубей. Поэтому как-то опасно. Сейчас сапсан выбьет сразу. Вот тетеревятник вчера. До этого в обед налетел. Я хотел сманить голубей. Налетел. Голуби ушли в лед. У меня и телефона не было снимать. Телефон был в доме. На кухне лежал на зарядке. И потом опять же вот так вот вечером, пока я снимал, он даже не стесняется никого. Ему надо жрать. Я стоял буквально в 70 метрах. 7-10 метров от антенны. Вот буквально вот так вот, как вот снимал вот на месте, на этих поддонах, где бассейн стоял. И он все-таки полез, хочет кушать. Вон он, краснорябы, ушел наверх. А то лентяй типа забивается. Это другой не чиль, а другой краснорябы. Просто рябы голуб. Он черный там играет. Вот они уже соединились. Ну и в разброс остались. Вот эта вот кучка летает. Я думаю, она их стянет вниз. В принципе, пусть уже садятся. Там вон дальше кто-то полетел. Кто-то забивается. Вон там далеко. Солнце прям на солнце снимаю. Даже не вижу, кто там летает. Как бы мраморный этот не пошел туда. Вот они идут уже сюда. Белый какой-то. Темный. Ага, это белокрылый нахвост. А мраморный вот он. Вот он. Вот он, молодец. Уже отсюда слышно щелчок. Молодец. Так, ну эта стая здесь. И все-таки трое или четверо остались наверху. Все поднимаются. Они вон как точечки. Сейчас приближу. Вон там черный. Два белых, три. И чернохвостая. Эти вот они. Эти уже здесь. Эти тоже чуть-чуть. 5 метров. Приподнялись, уже хотели садиться. Чуть-чуть полетели. В принципе, нормально. Вот сейчас отлетаю. Сегодня мне в ночь на работу. Поэтому сейчас голуби полетают. Так, этот к куче не идет. Одиночка. Мраморный молодой играет и сам по себе летает. Вот он останавливается. Даже не знаю, этот который посветлее или потемнее. Вот он. Еще темный, темный мраморный взрослый. Вот он часто
становится, играет на таких и надеюсь. Да, это посветлее, которого потемнее даже и не вижу. Может быть, он куда-то завалился, может быть, на антенне, но солнце светит. Я даже и не вижу здесь, кто есть. Прям на меня светит солнце. Ладно. Все, эти уже опускаются. Эти и верхние стая тоже уже опустились. В разброс остались, а там кто-то чернохвостая ниже, два черных пониже. А два белых остались там. Те высоко поднялись. Все-таки полетели. Километраж накручивать. Вот. Нормально. Вот, в принципе, на данный момент мне больше ничего не надо. Вот они полетали, крылья размяли. И все. Пискунята тоже вместе с ними покрутились. Вот как бы узнают круг. Вот он. Выход сделал, столб и все. Вот белый. Белый до сих пор еще носится. Думал, он упадет, подперенный голубь. Вот он. Одиночка тоже мотается. Уже бы сел. Так. Вот. Так, мраморный один сел. Вот белястый потянул. Голубка. Голубка молодец, пока голубь пропал, она кормит. Вот белястый лысый, там тенец, он послабее. Она его кормит, вчера наблюдал. Все, налетались. Эта куча села. Остались вот те. Ну, видимо, эти деревятник уже будет периодически сюда. Это такая гадина. Прилетать. Один вариант остается. Если он так часто сюда повадится, придется несколько штук мазать, выпускать, закрывать голубей. Выпускать несколько штук мазанных. Пусть он их гоняет. И последний свой. Последнего своего голубя съест. Есть тут пара. Тройка дровоханов вообще, которых хочу. Вот голубка мраморная, вот эта белая, которая вчера прилетела. Еще вот мессер мой, который мотается часами, где попало. Вот. Придется их помазать, покормить с утра, помазать и оставить их на целый день на антенне. И пусть он их тут гоняет. Все, эти уже опускается. Куция тоже сверху опустилась. Наверху остался черный. Больше пока не вижу. В принципе, на сегодня уже не буду трогать голубей, потому что ближе в обед мне надо их будет закрыть и уезжать. Да, наверху остались два белых. Выше намного, чем черный. Трое остались там. Так. Вот они. Вот чернохвостая. Чернохвостая играет. Вот она выпрыгивает. И слышно, она вот сейчас облиняет и будет нормально. Белый с зеленым хвостом тоже. Куцая опять пошла наверх. На чернохвостая. Вчера на хвост падала, сегодня бьет. Сейчас сложится и на антенну. Быстренько вжик и все.
принципе, и все. Так. Особо и снимать ничего там. Вот черный. Ай да, ай да, молодец. Вот так. Этот черный хорошо играет. Вот красноряба. О, у нее хвост, правда, вывалился, но голубь тоже неплохо играет. Пол хвоста нету. Но... долиняет. Ну, все, в принципе, этих снимать. Сейчас завалятся, уже и так 16 минут. В общем, эти сядут, и трое остались все-таки наверху. Вот так, не знаю даже. Ну, черного покажет, белых я не вижу. Черный, вон он. Вон он черный, а вон белый над ним. Вон он там мотается. В общем, три штуки наверху остались. Все. Эти уже налетались. Сейчас пусть занимаются своими делами, лазят по огороду, кушают то, что им надо тут. Пока есть витаминки, жрут травку, все, что найдут. Пёрка, голубка, это совсем, кто играет, кто не играет, вот белый какой-то, вот так. Так. Ну. Чили опять пошел, вот там, опа, чуть-чуть как бы нахвост пытается, то ли лодочка, то ли нахвост. Один чиль выводной мой. Летает хорошо, молодец. Так, ну, в принципе, и все. Он черный там играет наверху. Так, о, куцая. Неужели куцая раньше кучи села? Все. Не помещаются они на антенну. Нет, чтоб на крышу садиться, им надо повыше. Дерутся, падают. Ну, здесь уже чернорябы. Да, здесь все молодые остались. Теперь вот черный пескуненок с беленьким пером. Так, а вот он сокол. Вот он идет. Сейчас покажу. Вот он. Ай да, ракетницу. Так. Вот он. Я же сказал, он придет. Не знаю, видно его высоко. И пошел вниз. Я уже ракетницу взял, ну. На такой высоте ничего. Мимо прошел, пока прошел мимо. Мне в телефон даже его плохо видно, но пошел вниз. Вниз поселка пошел. Эти молодежь начали что-то подниматься, дураки. Ну пусть полетают. Вот они что-то дикарят. Как бы этот гад, он может в сторону отойти и сверху вниз их долбануть. Или пойдет наверх. Наверху одного белого вижу точком. В принципе, они очень высоко. И эти молодятина полетели все наверх.
Сейчас будут. Опа! Черный кувыркается. Начнут вот, может быть, кувыркаться и на хвосты опустятся. Этих он любого выхватит. Все до одного пискунята. Маленький от полутора до двух месяцев. Всем вот этим. Здесь как бы взрослых нету. Взрослые все завалились. Вот эти еще и не линяют. Ничего. Вот они как бы хорошо летают. Они вывозят. А более взрослые ласточки пугают их. Более взрослые весенние пискуны, они молодежь. Они все уже стали линять и сыпятся сильно. Все эти уже завалятся. Солнце вышло, в принципе, мне не видно, что снимаю прямо на солнце. Так, 3, 6, 7, 8, 9. 9 штук здесь вот мотаются молодежь. Разброс. Вот черный садится один. Один черный наверху и два белых в космосе. Все, сейчас маленькие все сядут. На посадку. Ну а тех я и не буду даже не снимать, ничего, они долго будут мотаться. Вот вчера белые, которые вчера мотались, оказывается, и было 3 штуки, они долго летали. Так, ну и в принципе все. Этих вон он приближу, вон он черный мотается. И вон он выше еще белый, а другой белый еще выше. Так, потерял уже опять, вон он черный. В общем, 3 штуки осталось наверху. Ладно, вон, места не хватает, дерутся. Такой табун. Вот, в принципе, полетали. На сегодня им достаточно. Что мне на работу после обеда надо собираться. Своими делами заниматься. Вот. До обеда я им время уделю. Так, ладно. Всем удачи. Всем пока.